говорили злопыхатели, включая меня, о дефиците продуктов в российских магазинах, здесь все кипит, бурлит и шевелится. Особенно в отделе «Живая рыба». Гражданочка, как считаете, если ключевую ставку сюда поднять, нормально будет? Да вы и так ее задрали. И не только ее, всю страну уже задрала. А здесь, в стеклянной таре, притаилась закупоренная радость и вера в светлое будущее. Что-нибудь посоветовать? Хочу привезти подарок из России одному пернатому коллеге. С какой целью? Если чисто посидеть потрындеть, рекомендую шмордамне из погребов подсознания. Если надо повысить градус дискуссии, ну, чтоб ножи хватать, то спирты преданья. Тонкий метиловый аромат вышибает сначала слезу, а потом весь глаз. А если цель — набраться до поросячьих подсвинков? О, сразу видно гурмана! Тогда рекомендую изящный купаж тормозной жидкости и зимней омывайки с едва уловимыми нотками солнцедара и завтрашнего перегара. Послевкусие такое, что можно в телеграм выплеснуть, когда совсем не в моготу. И тут его нет. Что ищем? Раньше тут был Чубайс, которого можно было кидать народу как кость. И народ был готов его жрать и грызть. И сырого, и в нано-соусе, и с энергетическими напитками. Эх, а теперь Чубайса уже не экстрадируют. Может, вместо чубайсятинки скормить народу Шойгу? Тьфу, это ж как омуля заменить мойвой. У Шойгу весь навар в заместителях. Да и вкус у него фанерный. Резюмирую. Слухи не подтвердились. Полки ломятся от изобилия. А страна лезет в светлое будущее. Без мыла и без масла. Кстати, а почему без масла? Да масла у нас полно. Вон оно лежит. Просто подорожало. Не знаю, чё народ на нем двинулся. Жирное, противное. Я, чтобы его вкус отбить, сверху икру черную мажу. С вас 300 рублей. Караул! За что? Я ничего не купила. А вы наше масло глазами ели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. За каждый второй лайк – премия. Предлагаю премию выплачивать уже за первый лайк. Сразу. Ваше поручение будет исполнено.